Привет, мальчишки и даже те немногочисленные девчонки, которые смотрят нас. Мы собрались здесь, чтобы показать вам репорт. 1500, мои мары, которые сине-зеленые, но на самом деле желтые, и серый рыцарь Ильи. Что, какие у тебя на партию-то вообще ощущения, предсказания, мысли? Ну, как-то все очень плохо, как я тебе вначале говорил, что, по-моему, на 1500 это много, а меня мало. Сейчас посмотрим. Расстановка, в принципе, нормальная. Думаю, будет плохо. Но, чтобы тебе было проще, я компенсирую все своей плохой игрой и отсутствием тактического мышления. Так что мы будем более-менее на равных. Так, серые рыцари на 1500, 3 страйк склада, все с фальчиньонами сайленсеры, знают гейты и вортекс один. Интерсепторы с фальчиньонами знают вортекс. Либор, 2 каста с комби мельтой. Апотекарий, взят инквизитор с пиломечом. Варлорд, дреднайт с молотком. И десятка паладинов, фальчиньоны и алебарды. Сине-зеленые рачки-кулачки в студии и готовы идти в бой. Начнем с Хаку. Мой первый выбор — это капитан в Грависе, которого я проапгрейдил за чаптер мастера за 40 очей. Помните, как будто в семерку вернулся. Второй Хаку Чойс — это Примрис Капеллан, тоже апгрейднутый там до мастера в Санквити. В Трупсе у меня 2 по 5 интерсессоров, это неинтересно. А вот тот большой блоб агрессоров, на самом деле не агрессор, это хэви интерсессоры, новый юнит, который нам дали в кодексе. Но ГВ такое ГВ месяц уже, как есть кодекс, а коробки до сих пор нету. Поэтому приходится проксить. Заранее извиняюсь. В фасте у нас 5 инцепторов с болтерами. Также у нас в фасте 3 байка, ну, потому что без них уходить куда-то глупо. В хэви суппорте у нас 3 эредикатора с обычными мельтами, ничего интересного. И вернемся немножко назад к элите. У нас 3 блэйдгарда, потому что, опять же, must-have юнит абсолютно. У нас аптекарий, тоже проапгрейднутый до мастера, там аптекария будет пацанов бесплатно поднимать. И у нас Ancient Primaries. В принципе, на этом все. Я выкинул 3 на ход, и Максим кидает 6. Хорош. Миссис Кёрчет Эрф. У нас, соответственно, точки, которые нужно ломать у противника. У Максима байкеры слева. Здесь просто парни. И тоже парни у точки. Интерцессоры. В резервы отправлены разжигатели плюс новые мельт-пацаны. Хэви интерцессоры здесь посередине с командирским составом полным. И новые щитоносцы тоже здесь. У серых рыцарей глава в самом центре. Там куча страйк-складов сидит. Паладин. И паладинчики. Здесь, соответственно... Страйк-склад. Да, и... Интерсепторы. Либо там, вот там, в этой руинке спрятались, и один страйк-склад в резерве. Команд-фаза маров, я хожу первым, что приятно. Началось с того, что капеллан обосрался, не смог ни одной из своих 2 летаний скасить. Почему 2? Потому что он проапгрейдженный мальчишка, а чаптер-мастер раздал свой полный рерол 6 юниту кору, это у нас хэви-интерсессоры. На левом фланге байкеры. Чтобы, минимальные движения, да, быть в рендже своих пушек, хотят стрелять вот по этим парням на точке. Здесь у нас страйк-складов сколько уместилось? 1. На левом же фланге интерцессоры выдвигаются вперед к руиночке, которая вот так вот тут отгораживает их от серых рыцарей. И вторая пачка заходит к точечке. Хэви интерцессоры выдвигаются на свои 5 дюймов жестких вперед. Просматривают здесь вот эту руиночку. Юнит видит пацанов в ней. Хотят стрелять, наверное, из своих хэви чего-то там. И у них плюс 2 хит не скащен. Как бы сходу минус 1. Но и те тоже минус 1 за свою волну. Накладывается все равно минус 1 в результате. Знаете, идут вперед. И здесь блейдгарды вылезают из руиночки махать мечами и своими щитами. И накидывают адванс. Ничего себе, быстрые пацаны.
Керактеры все подошли сзади, чтобы никто их не видел за пятном вот этих хэви интерцессоров. Шутинг в фазу, байкеры постреляли в страйк сквад здесь, откидали четвертый. Хэви интерцессоры всадили в страйк сквад из своих орудий под девастаторской доктриной. Не очень приятно это, и весь отряд в результате умер. Первый ход серых рыцарей получили КП, и их грандмастер выдвигается вот так вот. Либо идет на 5. Сквозь руиночку. Да. Вот так вот за грандмастером выходит. Апотекарий бежит. На 2. 7. В общем, все вылазят поближе к большому отряду хэви интерцессоров. Инцепторов. Да. Я не понимаю. Я все время забываю. Кто из них инкуда? Так, там у нас... Бежит инквизитор. Инквизитор на... 3. 3 дюйма. 9. Смотри, как разбежались. Охренеть вообще. Ничего не боятся. С левого фланга страйк-сквад вперед выходит на 6 дюймов. Это с той стороны, где по ним стреляли байкеры издалека. И в конце фазы на левый фланг зашантились интерцепторы, 5 пацанов спрятались за зданием. Пси-фаза серых рыцарей напоминает что-то старые редакции, очень много заклинаний. Смотрите, самое главное, сюда в центр с помощью гита встали паладины, на себя минус ту вунд, на себя плюс 1 к инвулю. Потом грандмастер за стратегемку на 3 кубах скастил вортекс вот сюда, остался в одной ранке парень. И сосмайтили сюда парни, которые прилетели на шанте своем. Тайт сменили на плюс дамаг для пси-вепонов. А вот единственное, что провалили, это КПшечку добыть себе. Либор из комбика пострелял в хэви парней. Одного убил, знаем прокинуто. Пытались туда стрелять, ничего не сделали. Паладины на себя плюс 100 хит, на себя Psybolt Ammunition постреляли в хэви интерцессоров, набили 5, 19 его занесли, что-то пооткидали. Парни за знамена. Один. Один только прокинул, да? Убил одного вот здесь вот. Грандмастер пытался дострить кого-нибудь еще из хэви интерцессоров, на них все еще Transhuman Physiology, никого в результате Максим откидал. Тогда парни с левого фланга заговорили, 2 сквада стреляли в байкеров. От одного Максим реролил, чтобы не убился байк, потому что он 1 плюс D3 дамага, но пришло 4, да, сейва вот с этих парней, хорошо пробили. Максим не откинул ни одного, третьего байк все-таки навернулся. Чардж на 9 вот здесь вот, которые парни зашантились, хотят с этими кинуться и драться в ближнем бою. 4 всего лишь. Рерольчик. 4 всего лишь. И чтобы не убежали парни, Максим использует 2 очка на Insane Bravery, потому что теперь нету рерола за Shell No No Fear, и парни что-то не хотят убегать. Ну, ау. Если честно, было больно немножко так. Хотя я думал, будет хуже. Мне кажется, 10 термосов могла, в принципе, всю 10 интерсессоров моих снести. Был, ну, это очень вряд ли. Это болтеры даже под пси-болтом унишеном. Очень жалко, что, конечно, не даже попытались почаржиться вне чарджа. Хотя 9 там тоже не получился. Все намного было лучше, чем я думал. Из-за кучи руинок ты не видел. Одна пачка на первый ход, но это прям минимальные потери, как и могли быть. Ну да. Думаю, очень правильное решение потратить, чтобы тебе еще ни один не бежал. Сейчас из них один встанет. Да, и будет 5. То есть у меня сейчас вопрос в том, сколько я... То есть сейчас для меня самое страшное – это терминаторы. Лично я больше всего боюсь терминаторов. И вопрос в том, сколько терминаторов я смогу убить. Ну, потому что как бы тот фланг, он сам по себе. С ним я смогу что-то сделать. У меня вот есть тут. Я смогу выбежать, упасть инцепторами, могу выйти редикаторами. Соответственно, оно все будет в бафе реролов, и это будет все стрелять сюда. Вопрос в том, как бы сколько переживет. Ну, как бы Dreadnought я почему-то боюсь меньше, не знаю почему, потому что все-таки одна модель. Ну да, потому что как бы это одна модель, как бы с этим я могу что-то сделать. В общем, у меня вот сейчас цель такая, там тебя выгнать с точек в дальнем конце карты и попытаться тут максимально вот нанести вот удар.
Да, я видимо, думаю, у тебя все получится. Я думаю, ты, видимо, будешь пытаться пережить мой удар. Да. Каким бы он ни был. Второй ход Максима. Он скорит 2 точки, но не больше, чем оппонент. Он получает 10 очков. Здесь, наконец-то, Капеллан прокинул плюс 1 то хит на пацанов. Но 5-й фэнпэт Морталок не прокинул. И 1 КП, честно и просто так, за то, что красивый. Муфаза открывается блейдгардами, которые вдоль здания отправляются вперед к паладинам. Сейчас Максим, как и говорил, будет сосредотачивать свой весь удар на этих бравых защитниках Титана. С левого фланга обычные интерцессоры двигаются к точке и всячески двигаются для чего? Для того, чтобы вот там вот за стеночкой вот так вот, стоит страйк-сквад. Хотим их убивать. Вот так вот подошли на эти парни и на точке здесь. И хорошо, далеко не ходить. Байкеры, да, зачем? Бум, поехали тоже. Заезжает к точке и к парням. Апотекарий восстановил одного хэми-интерцессора. Их стало 5. И сзади, ну как сбоку, вышли эрдикаторы, вышли разжигатели, разрыхлители и прочие парни. Все собираются воевать с паладинами. Инцепторы занесли 24-х сейвов паладинам. Те половину откинули, потеряли 3 парней и раночку вон на том. Эрдикаторы зарядили свои мельты, стрельнули в парней, которые понизили дамаг за стратегемку. У одного всего лишь убили того, кто был в ранке. Слева интерцессоры, байкеры суммарно набили 3 страйк-сквадовцев. И там же интерцессоры за 2 КП, двойная стрельба, блин, теперь все еще и слонишиты. Какая жесть, дожали все-таки последнего страйк-сквадовца на точке. На левом фланге крутые пацаны кинули еще 5 и 5, чтобы дочарджить. Вот так вот. И вторые крутые пацаны кинули тоже достаточно, чтобы дойти. 5 и 1. Жчины атакуют. Молча, молча. В результате ближнего боя разменялись 2 к 2. Байкеры убили двух страйскадовцев. Те в ответ убили 2 интерцессоров. Сами интерцессоры что-то ничего. В конце второго хода все, кто хотел, прошел свои ледаки. Максим получил 3 очка за обхорды Вич, там убил парня, и он в 3 четвертях 2 очка еще. Второй ход Серых Рыцарей, 10 очков по основной за 2 точки, плюс 1 КП. Паладинчики в атаку, потеряв копье, ничего страшного, тот же. Ты забыл копье, да? Я не знал, что оно у меня есть. Так вот, ни у кого не боятся, в окружении заходит бесстрашно. Тикарий. Тикарий. Вперед пошел. Да, имеется. Квизитор. Квизитор. Маг. Чуть-чуть Либор подвигается. Так вот, не очень спешит. И Грандмастер. Да, Грандмастер видит. Шагает вдоль здания. Вот так вот, прикрывая паладинов. На левом фланге интерцессоры. То есть эти... Господи, все уже. Раньше только они были. Ин теперь, ин все. Короче, перехватчики Серых Рыцарей нафиг на своих паках ускакали. И в конце хода запасной страйк-сквад выходит на левом фланге. Здесь хочет немножко за бока пощипать. Пси-фаза. Инквизитор с майтом Блейдгарда. Бэм. Вортекс сюда. Этот остался в одной ранке, потом его же терминаторы дожали с майтом. Минус 2 ранки командиру, капитану. Минус парень здесь от Вортекса и еще дырка сюда. И паладины получили плюс одну инвулю и минус ту вот на себя. Не сменили волну, не получили дополнительный КП. И смайт здесь на этом краю не получился. Фаза стрельбы. Грандмастер навернул половину отряда хэви-интерцессоров. Либор из своей комби-мельты навернул еще 2, и что-то как-то отряд кончился, судя по всему. Паладины настреляли здесь одного разжигателя, в ранке остался. Под знаменами убили в ответ одного паладинчика.
И на этом разошлись. Strike Squad здесь настрелял двух интерцессоров. Fast Charge Апотекарий хочет чарджить на 11. Давай, жги. Это почти. Паладины дошли к Блейдгардам. И здесь 10-й чардж Strike Squad кинул в последнего мальчугана. И как результат, на левом фланге интерцессор отмахался с санной тряпкой. Ничего не сделал ему пяток страйскладовцев, которые браво подчерджили на 10, потеряли просто парня на ответных атаках. А вот здесь вот паладины разобрали в какаху двух блейдгардов. Ну вот юнит мой трупсовый за 300 очков и закончился. А мой за 500 еще нет. Ну там половина, считай, 250 где-то и набили. Ну, ты ко мне подвигаешься близко, меня это напрягает. Я не знаю, у меня, конечно, осталось меньше даки, но, с другой стороны, у тебя терминаторов меньше. Я надеюсь, что я их сейчас смогу ослабить, например, потому что редикаторами я больше хочу стрелять в Грандмастера. У него сейчас 4-й нуль. Да. Есть шанс его немножко навернуть. И там-то, я думаю, я зачищу, там осталось там пару коллег. Я тоже думал, что я там зачищу. Остался в итоге один коллега в одной вунде. Мужчина. В общем, вот мой основной блоб вот тут. Мои чарактеры все четыре, которые ты хочешь убить. Я сейчас пойду к тебе на встречу, чтобы сделать тебе проще твою работу. Это будет очень, да, плохо. В целом, наверное, не очень удачно. Тот фланг для меня потерян, там ничего не осталось. И мобильность у меня из-за этого... Сейчас мой последний гейт. Те, кто знает гейт, ты их добьешь буквально. Они могут дропать только сами себя. А с 5-м у меня тут все остались стоять. Поэтому, по большому поводу, конечно, все плохо. По очкам ты ведешь. Сейчас ты еще возьмешь побольше. Третий ход Максима. Он снова смог только одну спеть свою песенку на плюс один ту хит вот этим парням, эрадикаторам. Сюда раздали полный рерол от, соответственно, капитана. И получили 10 очков за основную миссию, плюс один КП за то, что красивые. Муфаза, байкеры. Да ты же сказал, что далеко едет. Это недалеко. Все относительно. Я понял. Для них далеко. Останет... Сюда отходит просто. Задний ход делали и все. Это далеко за это. Пип-пип. Там же, на левом фланге, интерцессоры с точки подвигаются поближе, чтобы защищать всех. На правом фланге эрадикаторы выходят вперед, чтобы стрелять, загораживать своей спиной и телом командиров от вражеской стрельбы. И сжигатели... Или кто? Летят вперед. Летят вперед. Вот так вот, на левый фланг они решили перелететь, чтобы далеко от рерлов не уходить. Например, можно было куда-нибудь на крышу туда, но нет. Здесь рерольчики вкусные, замечательные. Чиф Апотекарий просто работает, не покладая рук. Полечил одного из этих парней. Потом за стратегемку поднял еще одного прожигателя. И даже полечил капитана. Вот так вот. Я их просто в шоке стою. Чего происходит? Шутинг фазу. На левом фланге интерцессоры расстреляли ровно 4 сейва не откинуты. Вот типа занесли 6. Откидали. И байкеры постреляли в этот страйк сквад. Оставили, то есть интерцепторов оставили одного. Инцепторы накидали ведрище в паладинов, промазали что-то суммарно раза 3, 7 дополнительных атак на шестерке за свою чаптер тактику. Паладины прокинули из происшедших, сколько там сейвов? Один сейвов, 2. Скидали с минус двумя четвертые сейвы и померло в результате 3 из них. Максим использовал танк-хантер на своих эрадикаторов, чтобы... хантить танк. И захантил просто в хлам, разнес Грандмастера, не откинут практически ни одного четвертого, что-то там совсем один чуть-чуть. Один. И 15 вундов пришло из 6, да? Да. Вот он лежит рядом, кучка. 15 вундов, бам, нет больше с нами Грандмастера. Fast Charge пришли, окружили, освободив место для того, чтобы сюда зашли капитан. Дарк Апостол. Но что-то ни тот, ни другой не добежали нифига. И на левом фланге у нас байки доехали до последнего страйк-сквадовца. Максим использовал стратегемку на морталке с черджа джампак юнитом. И с 4 кубов
4 плюс 2 раза показал, 2 морталки нанес, 1 паладинчик в одной ранке навернулся. И как результат, здесь ранку сняли с паладина последнего. В ответ он зарезал одного из разжигателей. А на левом фланге добили, само собой, последнего страйк-сквадовца. Третий ход серых рыцарей, плюс 10 очков по основной, плюс 1 КП. И апотекарий ускоряется, чтобы лечить своего паладина раненого. Вот так вот побежал сюда, чуть кубик не разнес. Инквизитор бегает по кустам где-то сзади, прикрывается ветошью. Либор точку скорит, но и подвигается к парням. Пси-фазу поменяли, тает морталки дополнительные. На смайтах просто разобрали двух инцепторов и один в двух ранках остался. Мельтас Либра убила экстерминатора. Эрадикатора, господи. В ближнем бою обменялись жесткими ударами, банками, сикаями. Его, короче, никто никому ничего не снял. Ну, закончился третий ход. Сколько у тебя осталось моделек? Ну, если посчитать, то 4. 4. Ну да, как-то смог я сломать в итоге самый страшный отряд. Ну, вообще для меня терминатора. Как-то очень неожиданно быстро умер Дреднейт. Я, честно, думал... Он без тайда своего на защиту, без третьего инвуля, потому что тратился не на него и с отсутствием 0 КП. Ну да. С учетом того, что ты, получается, всего лишь один раз скастил, вот, плюс один командпоинт не хватало. Все-таки. Да, командпоинт не хватало, ну и очень плохо кинул четвертый из 7-1. Да, а я очень хорошо попал и пробундил. Ну, как бы сейчас все достаточно будет просто, я буду тебя добивать, как бы это грустно не звучало. У меня как бы остались сейчас под ним редикаторов, инцептор там улетит, куча чарокторов, я думаю, я тебя добью. Я тоже так думаю. Да. Четвертый ход Максима, 15 очков по основной, 1 КП, просто так, за то, что красивый все еще. Капеллан, плюс 1 хит на эрдикаторов, и капитан же на них полный рерол. И в блок оставшихся парней идет к вражеским характерам, будет их сейчас дожимать. Экзекуция, вот, смерть через мутумбу, вот это вот все. А и фулбэк жесткий. Из зала выкрики подсказали Максиму, что нужно лететь вперед, а не назад, когда выигрываешь. Он полетел вперед отступающим парнем. Это как в фильмах Нолана. Это волны времени набегают друг на друга. Так, отступили эти. Этот стоит на точку. Этот на точку подошел. Эти считают 30, чтобы встают. Считают до 30. Что за бок у нас до 30 считает? Вот так вот. Ну, короче... Все, кто могут, те пришли и стреляют. Те, кто не могут, просто изображают вид. Аптекарий, чиф аптекарий, на минуточку поднял за бесплатно одного эрадикатора. Стрельбу. Максим Горлин, не разделяй стрельбу, не сделай. Такой, нет, разделил стрельбу. В результате стрелял в два раза меньше и никого не убил. Туда две мельты прилетело, в одной ране остался. Плохо кинул по дамагу, Максим приролил, потратил КП, все равно в ране. И здесь минус тувун спас, как бы парни кинули меньше, чем нужно. В остальном тоже что-то ничего не настреляли. Чурджи, ближний бой. Пришли все, кто мог прийти. Убил капеллан последнего паладина. Здесь в одной вунде оставили аптекария. Аптекарий снял 3 вунды с капитана. Оставил его в 2. Четвертый ход серых рыцарей. Инквизитор вышел из леса. Этот остался в ближнем бою. Аптекарий и Либор чуть-чуть отошел за стеночку, чтобы его не видели с левого фланга. В пси-фазу капитана засмайтовали. Он прокинул знамя, пытался убить. Аптекария не получилось, не пробил. И убили последнего разжигателя. Либор нагнетает свои мельты опять. Бам, эрдикатор того же, наверное, дырка у него вторая уже насквозь. И он прокинул знамя, но не попал. Фаза Черджей. Апотекарий вызвал в чалендж вражеского апотекария. И инквизитор пришел к эрдикаторам. Апотекарий практически убил апотекария Максима. Но Максим вовремя шестой откинул.
и Капеллан замочил, после чего за стратегемку отбились, все-таки дожали. В общем, апотекарии как-то не выжили в этой борьбе. И здесь ранг сняли, ну не ранг, в одной оставили, сами в четырех. Пятый ход, Максим 15 очков по основной получает и начинает жестко двигаться, плюс КПшка за молодость. Красоту. И красоту. В команд-фазу Капеллан себе раздал плюс 100 хит, плюс рерол, там вообще все на 3+, смог. Любые летания, какие хочет. Отступает Максим, отступает и идет вперед своим Капелланом. Флаг стоит, ничего не делает. Пареньки видят. Не очень. Не очень. Поэтому парни немножко вперед выдвинулись, все-таки, чтобы через руинку здесь видеть. Интерцессоры с левого фланга плюс Капеллан застрелили инквизитора. Пытался за знамени застрелить Либра. Либр стоит. Пятый ход серых рыцарей. 5 очков получили по основной миссии. Выходит вперед, чтобы нагреть еще по ассасинейту. Несколько очков здесь на выбор. Как бы, ну, скорее всего, будем стрелять вот в этого. Либр из своей комбимельты с реролом, потому что сначала промазал. 6 сюда на мага, умерло знамя. Теперь на сколько там? На 10, да? 10. Вот так вот. Пока 3. Такой семи, да? КП не осталось. Эх. В итоге у нас счет 83-41. 42 очка себе отжал. Ребята, и то потому, что жадничать начал под напором оппонента под конец. Да разбирайся, трибун, ничего не будет, все нормально. Обманул меня, я повелся. А что бы нет-то? Игра хорошая, человек хороший. Ну что можешь сказать? Что армия маринов очень хорошая, любыми цветами, за любые, с любыми возможностями, очень вариативные. Жалко. Ну да, мы не можем такого сделать у себя. Это с учетом кодекса. С учетом того, что я брал далеко не самый сильный чаптер, то есть рачки кулачи, которых вы тут можете наблюдать, это прекрасное лицо прекрасного мужчины. Я бы сказал, даже один из самых слабых, но когда ты набираешь кучу пацанов с болтерами, у тебя много выстрелов, у тебя много шестерок, особенно на инцептах тебе же, это, мне кажется, очень хорошо было заметно. Прямо огромное количество дать его дается, и трупсу это даже жирную потихоньку-потихоньку это досметает. Я заметил себя так с байка. Это другое, ну ладно. Тебе даже байков это другое. Опять же, что... К бедным эрадикаторам, которые с крутыми пушками пришли, и они тоже умеют, указывается, руками насыпать. Да. Что еще сказать? Хороший достаточно у нас, так сказать, пятнашка чартер. Возможно, Капеллан был немножко лишний, хотя его плюс тухит против... Как бы, если есть минус тухит твой, нивелируется все равно приятно, даже с учетом полного рерола. Аптекарий это must-have, 6 ФНП, бесплатный подъем, там, ну как за 25 очей, ну вообще просто must-choice. Chapter Master тоже играю с 7-вундовый, достаточно жирный чувачок, который... Да нет, у тебя тут все хорошо, у проблемы сейчас ГК, во-первых, оверпрайс, то есть за неиспользуемые фишки, то, что против них берут два вторых объектива всегда, это Abhor the Witch и чаптеры, ты получаешь за каждого убитого псайкер чаптера 8 очков, сразу уходишь туда в кап, а меньше чем с 3 чарактерами мы не можем выйти, чаще всего это 4. То есть это 12 очков и 15 кап, там это сразу можно записывать без разницы. И у них основное не то, что они не выживают, а то, что они не наносят дамаг. Чтобы наносить дамаг, надо вот на пачку паладинов прожимать кучу КП, и тогда хоть что-то там появляется, эти псиболты, второй дамаг и побольше, вот как было на первом ход. Если это все убрать, то просто не хватает дамага, чтобы убрать. Даже не в живучести проблема. Они потом не страшные становятся. Большая разница, вот чувствуется, что несбалансированность кодексов настолько вот между кодексами огромная пропасть. То есть вот мары новые, они не такие сильные. Ну, они, давайте так, они точно не сильнее, чем они были в восьмерке. Они как бы послабее, но это очень хороший кодекс, достаточно сбалансированный. Есть вот ГК, старый, как бы немножко ГВшкой. Это первый кодекс восьмерки. Да, и вот очень хорошо разница бросается. То есть десятка твоих терминаторов, да, которые там сколько очков стоит? 520. 520, десятка. У меня десятка трупсы в пятой тафне, в трех вундах, с хэви болтом, с болтерами, с двумя дамагами стоит 300. Да, это, так, это трупса. Это четвертая тафна, три вунды, нет обсека. Ну, в общем, они дороговаты. Мне кажется, вот это вот как бы тоже вот показывает эту коренную. Вот сколько у тебя трупса стоит?
118. Нет. 100-115. Пока что одномундовый матчик. У меня за 100 очков это 10 вундов стоит на точке с болтерами, с вами стрелять там с первым рандом. В общем, мы ждем вторую вунду. И вообще желательный кодекс. Да, желательно, чтобы он был еще желательно, чтобы он был хороший. А, ну... Это самое главное. Ладно, все равно была приятная игра. Есть над чем подумать. То есть надо было чуть-чуть, наверное, по-другому. Но в целом я особо не вижу, как бы здесь было лучше. Были как провальные моменты, так и хорошо откинутые сейвы. То есть, ну, бесполезный грандмастер, но он жил дольше, чем обычно. И радикаторы должны были его еще раньше убрать. Потому что он же выцеливаем, 12 ундов, да. Его можно выцелить. Мне единственное, что кажется, ты немножко как-то сейвово играл грандмастером, когда на... Какой, на третий ход я вышел, да? Это я не сейвово, это его мув. Это два раза он подвигался на его полный мув 8. Ну да, как бы если он был бы, знаешь... А он техника, и вот эти руинки ему надо обходить. Да, знаешь, если он был бы как бы на, там, на одном первой волне, там, Терминатор и он, мне было бы гораздо страшнее. То есть мне хотелось бы выбирать цели, потому что, да, он как бы выдает меньше атак, но все равно огромная махина, которую мне надо что-то делать. А так как он был на задних рядах, я на него там до последнего момента не обращал внимания. Mm-hmm. Потому что он вообще не представлял никакой опасности для меня. А так не знаю. Не, ну... Я все-таки надеюсь, что было хоть немного интересно нам играть и вам наблюдать. Ну, в любом случае, это до пятого хода у меня осталась одна моделька, это уже хорошо. То есть это обычно при таких более-менее спортивных расписках у меня это разлетается где-то к концу второго хода, уже ничего не остается. Я просто хинкали покушаю, я добрый очень. Мне не хотелось убивать, хотелось дольше компанию. И плюс у тебя как-то вот так получилось, что ты на том краю фланга все оставил и не двигался сюда. Ты мог бы сюда подойти, это было бы еще больше концентрации стрельбы. Мне спокойно, что фланги прикрыты. У меня лидерство не падает. Кто играет в Total War, поймет отсылку. В общем, играйте новыми марами, играйте своими ГК-шниками. И ждите, если за ГК новый кодекс, если вы играете за маров, ждите, что нас не будет нерфить, как обычно. А если вам нравится Инквизиция, то я тут слышал, вышли мары, у которых тоже есть значок Инквизиции на плечнике. И их можно взять. Всем удачи, всех любим, всем пока. Ты лайк поставил и подпишись.